В Индии в основном производится чай. Ну и тоже там всякие текстильные, обрабатывающие. Чай, ковры. Ну, я знаю, что фармацевтическая у них промышленность хорошая. В Индии, ну, во-первых, сталелитейная промышленность. Индия – аграрная страна. Около 20% ВВП дает сельское хозяйство. Одна из главных культур, которые выращивают в индийских полях – чай. Ежегодный урожай составляет 470 миллионов тонн, из которых 200 идут на экспорт. Самые большие чайные плантации расположены в пригороде Колкаты и на юге Индии. Благоприятный климат позволяет собирать урожай до 3 раз в год. Также Индия – лидер по производству хлопка, а потому в стране еще с колониальных времен развита текстильная промышленность. В каждом городе есть хотя бы одна фабрика. Как правило, это небольшие предприятия. Правительство препятствует созданию в этой отрасли крупных фабрик, чтобы поддержать малый бизнес. Ежегодно в стране производится более 20 миллиардов метров хлопчатобумажных тканей. Перспективная отрасль экономики Индии – машиностроение. В стране действует около 40 предприятий. Конечно, индийские автомобили пока не могут конкурировать с известными брендами, однако пользуются спросом. В год здесь выпускают свыше 1 000 000 машин. Кроме того, в стране развивается добывающая и перерабатывающая промышленность.